Детям и подросткам напомнили правила безопасности в школе, рассказали о работе полиции по охране общественного порядка, пригласили школьников в будущем пополнить ряды правоохранителей. Наибольший интерес у детей вызвали выставка оружия, работа кинологических подразделений и соревнования по стрельбе из лука, арбалета и дартс. Активное участие в соревнованиях приняли не только мальчики, но и девочки, причем многие заняли призовые места. Сочинские полицейские теперь планируют проводить такие акции регулярно.